Привет, ты крутый классный раз зашел на Ясен. Меня зовут Юрий, и сегодня у нас игра под названием Death Flush, или как ее переводят, мертвый прилив, хотя мне кажется, что это не прилив, а слив или смыв, потому что игра на какую-то унитазную тематику, потому что у нас на главном экране унитаз и рука торчит, зовет нас зайти поиграть. Игра бесплатная, в свободном доступе на сайте разработчиков. Как бы ни странно это ни звучало, но на Steam ее нету. Она только доступна на сайте разработчиков. Поэтому оттуда я ее скачал. Она очень мало весит, что-то буквально до 100 мегабайт. Она не очень длинная. Наверное, если она будет превышать где-то за час записи, то я разделю на два раза, вот, и залью два отдельных файла на YouTube. Так, ну давайте будем начинать. В принципе, я здесь опции не вижу, у нас тут только старт, поэтому нажмем и начнем. Давай, смываемся. Управление. Так, ходьба, shift бежать. Здесь можно убегать от кого-то. Если можно убегать, значит за нами кто-то будет гнаться. Логично. Можно прогибаться, инвентарь на И, интерактировать, использовать на левую кнопку мыши и выйти escape. Так, пожалуйста, отрегулируйте свою мышь с инвентаря, если это необходимо. Хорошо. Как продолжить? А, все. Загрузка. Так, ну что, начинаем? 724 апартаменты. Что-то в лизинг сдают там. Непонятно что. Так. Жалюзи. Видим кого-то на диване. Кто-то там сидит. Наверное, парочка. Что здесь с ногой, дружище? Что я с лицом, дурак? Смотри на мою ногу. Ронни! Ты в порядке? И что дальше? А что Ронни не отвечает? Нужно что-то нажать? I'm fine. Я в порядке, это просто... I need to go to the bathroom. Мне нужно сходить в туалет. Oh, baby, do you want me to go with you? Ты хочешь, чтобы я с тобой сходила? Ну, это игра для детей, поэтому, наверное, мы ответим ей нет. Давайте посмотрим, что там отвечает наш главный герой. No, it's okay. Нет, все нормально. I must face this alone. Мне нужно встретить это одному. У него охеренная актерская игра. Так, что это он? Гамлет пародирует или что? Так, ну ладно. Хорошо, нам нужно что-то там встретить в туалете. У него, наверное, проблемы с сходить в туалет. Может, у него там или запор, или у него что-то еще какие-то проблемы. Но не суть. Так, давайте, что, можно двигаться, нет? Ходить, я хожу, да? Блин, что так медленно ходишь? А что, можно? Не понял. А что он ходит так по тупорылым? Я что-то нажимаю, он ходит по этому... По одному шагу. Я чуть не понял. Так, а как выйти отсюда? Не, не хочу. А чё? А, все вроде норм. Блин, а чё у меня на одной клавиатуре ходит нормально, на второй он не ходит нормально. Ну ладно, будем играть на двух клавиатурах. Ну ладно, так, давайте посмотрим. Что это у нас? DVD-шник. Это время, чтобы апгрейднуться на лазерный диск. Наверное, на DVD-шник, который читает диски. Это у нас, походу, как кассетник или что. Так, у нас дядь какой-то в костюме прикольный, в эфире. Что-то он, короче, у него голова не двигается, туловище двигается, как у курицы. Знаешь, у них охеренная гидравлика, они головой не двигают, а вот туловище у них двигается. Так, девушка наша, вот мы еще не знаем, как ее зовут, она нам еще не сообщила. У нее прикид охеренные носки. Я бы сказал, что она голая, но на ней, походу, какие-то лосины с пуговицей. Лампа, на лампу не тыкается. Зонтик. Кто берет зонтик в туалет? Действительно. Так, о, это выход, что, можно выйти? Давай.
Я не думаю, что... I don't think neighbor would like if I took a pee in the halfway. Я думаю, соседям бы не понравилось, чтобы я обоссался на полпути. Действительно. Там такой ванидло будет в туалете, если он обоссится. Соседи его по-любому сненавидят. Так. Я что-то... Я ни хера не вижу, очень темно. Так, bedroom. Это у нас, походу, спальня. Это спальня, не туалет. И мне нужно начать различать уже эти вещи. Без комментариев. Так, и что, можно вот novelty book. Какая, ой, мук, мак. Наверное, кружка. Что-то там написано. Damn. I'm, что-то, наверное, good. Damn, I'm good. Типа, ебать, я заебись. Нажмем. Эта кружка, она делает меня... Она веселит меня. Она делает... Короче, она веселит его. Damn, I'm good. Так, это у нас бред. Это у нас хлеб. Нажмем. Это хлеб. Логично. Hatchet. Наверное, это... Похоже, что-то на топор, но... А почему не X, да? У нас же вроде X, топор, hatchet. Не слышал такого слова. Что... Что это сделает здесь? Нам нужно прибраться, ебать. На туре, а чё у тебя топор для рубки дров лежит на кухне? Так. Чё здесь? Нажать-то нельзя. Это, походу, какой-то раковинный муаль. Жди, не вижу ни хера. Это у нас, походу, микроволновка. Здесь можно что-то открыть? Нет. Холодильник не открывается. Это, походу, плита. Не открывается здесь. Ничего не нажимается. Так, вот у нас чё-то first mate kit. Наверное, аптечка. Так, это очень умно держать такую вещицу рядом. Да. У каждого в доме должна быть аптечка. Вино. И мне никогда не нравился вкус вот этой вот фигни. Да, я тоже. Мне не нравится алкоголь. Ты пьешь алкоголь? Вкус дерьмо. Не советую. Пятница, 31 октября. Это у нас... Хорошо, что не пятница 13, да? О, черт! Это почти Рождество! Да? Какое? Рождество. Католическое или... Наверное, католическое. Так, тут что, я больше здесь ничего не вижу. Я заметил здесь вот туалет, поэтому мы должны сходить в туалет. Вроде здесь больше ничего не нажимается. Посмотреть мы больше ничего не можем. Так, меня не прикалывает единственное, что у меня просто здесь ноутбук, и он на клавиатуру, на обычную, нормально не передвигается. Мне, наверное, нужно будет перезайти, чтобы он нормально ходил. Потому что, вот видишь, я зажимаю кнопку, он раз, шагнул, а вот здесь я нажимаю, он нормально ходит. Мне просто так неудобно играть. Давай, я, наверное, перезайду и вернусь быстренько. Короче, все, настроил, и теперь он нормально вот бегает, видишь, передвигается все четко. Я битых 15 минут старался его как-то отрегулировать, и никак не получалось, пришлось перезапустить комп и переподключить. Не знаю, что за глюк, может, игра немножко шалила, или... Ну, непонятно что, короче, не знаю, суть проблемы, но не суть. Мы уже, если ты помнишь, мы уже здесь все проверили. Больше здесь ничего, я заметил, какая-то вот перестенка есть, барная стойка. Здесь вроде ничего нету. На фонари он не реагирует. С жалюзями он тоже не интерактирует. Ну, в принципе, нихера я больше здесь не вижу. Поэтому я думаю, тёлочка все-таки тупит в угол. Будем заходить в туалет. Там, где все и начинается. Все. Оп. Так, вроде ничего не произошло. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Дверь. Оп, можно закрыть дверь. Можно открыть. Заебись. Что с тобой? У него этот синдром доставщика. Так, смешной такой ужас. Смотри на него. Дурачок какой-то. Так, что на футболке мне нарисовано? Какая-то хуйня. Да, непонятно, что это такое. Чё за дерьмо? Какое-то лицо, какая-то тёлочка. Короче, дерьмо какое-то непонятное. Так,
Medicine Cabinet. Короче, это, наверное, аптечница или что-то такого. Можно нажать, оп, открывается. Вижу щетки и вижу какие-то, наверное, таблетки. Pills. Это мои таблетки. Мне они нужны, когда мне нехорошо. По виду его лица можно сказать, что ему всегда плохо. Особенно сейчас. Так, мыло. Вода. Горячая вода. Так, холодная. Ну ладно, повыключаем. Они нахер нам не нужны. Выключайся, да, светлая. Так, туалетка, ведро, весы. Мы стоим на весы, они не крутятся. Либо они поломаны, либо мы одрещавили до тех... До такой степени, что весы на нас просто не реагируют. Так, туалет. Так, этот стульчак использовать, конечно. Вот, пассим. Оп, пассим мимо, пассим. Пассим прямо так. Я сделал это. Давай смоем и смоемся отсюда. Отлично, закроем. Все как нужно, чтобы микробы не вылетали с унитаза. Когда ты смываешь унитаз, микробы все начинают вылетать. Ты закрыл, и они там и остаются. Так, смываем. Хорошо, наверное, еще не будем отсюда убираться, рассмотрим, что у нас здесь есть. Я вижу, тут минимум есть газета и какая-то ебала в виде спичек. Так, газета. The Vindicator. Я не знаю, что такое. Пятница... 31 октября 1997 или 1. Свежая газета, потому что сегодня на календаре. 31 декабря, если смотреть, что у них там висит на кухне. Так, второе издание. Туалетный убийца убит. Туалет сит. Стульчак. Убийца стульчаков убит, ебать. Так, вот это наш убийца, наверное. И что там написано? Эра террора пошла к концу. И фотография убитого стульчаком вместе с возле его руки. Так, ну, что там дальше еще? Все, вот этот страшный дядька с номером 55. Что-то там еще. Я не вижу хис. Что-то там уже... сзади, да. Что-то. Он уже сзади, да. Твоя компания может быть здесь. Никакой город. Что-то там. Возможности. Какие-то последние слова очень пиксельные, я его не могу разобрать. 552284. Так что, если у тебя есть, если компания есть, звони сюда и размещай свою. Рекламу. Наконец-то это закончилось, он больше меня не будет наказывать. Это, наверное, про этого. Про убийцу, ебать. Хорошо. Мы узнали, что убийца убит, и теперь он не будет мучить нашего главного героя, которого зовут Ронни. Так, что, закрываем? Он газету взял? Там вроде инвентарь, да, на И. Смотри на это чудо, ебать. Что с тобой, дружище? Так, за мной чем не видно там, да? Я вот закрою. Это статус. Статус, наверное, связан с health points, жизнями. Тут можно что-то... Хуяси. Ты понял? Звуковое меню. Это по коду надеть и раздеть. Здесь у нас пусто, это по коду инвентарь, да? Хорошо. Закрываем. А, кстати, вот Mouse Sensitivity, но вроде бы она здесь хорошо отрегулирована. Как ни странно. Король смываний. Унитаз называется. Очень хороший маркетинговый ход. Так называть унитаз. Так, это... взять спички? Ебать, конечно, одна спичка. Берем. Взяли? Только одна спичка здесь. Наденем. Надел он? Так, убрать его. Надел. Вот спички. Что спичкой можно делать? Можно дверь поджечь? У нас здесь полка. Это у нас... Давай уберем. Вдруг мы что-то случайно подожжем. Я не хочу. Коробка. Какая-то херня. Не видно ни хера. Просто... Чё? Ладно.
Чё-то там... Дай, блядь. Чё такое дай? Я не помню. Так, какие-то legitimate, наверное, какие-то легитимные премиум хлопья из мыла, ебать. Так, это у нас какие-то моющие средства, наверное. Полотенца. Нельзя их брать. Это у нас очиститель туалета. Наверное, какая-то туалетная химия. Нажмем. Взять очиститель туалета. Но если берется, значит бери. Смотри, радуга с унитазой. Плещет. Так, взяли. Что здесь? Shower door. Откроем. Get in, залезть. Давай. Так, это у нас вентиляция. Мне нужна отвертка, чтобы открыть это. Нахера? Зачем? Какой дурак будет открывать вентиляцию просто так? Вода. Горячая вода. Это очень, бля, очень, очень, очень кипи, блять, горячая нахуй. Она разъедает мою кожу. Логично. Холодно. Давай попробуем. Она холодная, он не реагирует. Забавно. Хорошо. Так, выходим. Больше здесь нам ловить нечего, наверное. Вот у нас еще дверь есть одна. Не хочу заходить сюда, если мне не нужно. Кстати, я заметил, вроде ошибка, да? If I don't have to. Там, наверное, to с одной O должна быть написана. Разработчик. Прими во внимание. Исправь. Так. А он, можно здесь посмотреть? А вот бабёнка наша, смотри. Так, я вот еще заметил выключатель. Ебать, ты страшный. Ужас какой. Если я такую херню увидел бы в туалете, я бы обосрался просто. Так, все, вроде ничего нету. Может поклаться? Да, вот еще записка. Осторожно, плохая проводка. Какой-то ломатель коробок в кладовке. Не тереби переключатель. Туда-сюда. Вилли-вилли. Не тереби, ебать. Не тереби. Так, ну все. Ой, что тут еще? Сейчас я найду. Мне ничего не нужно отсюда в данный момент. Наверное, позже будет нужно. Давайте выходим. Не понял. What the hell? Что за дерьмо? It won't open. Она не открывается, ебать. Ронни? Ронни? Is something wrong? Что-то случилось? Ебать, она не открывается. Помоги мне. Help me. Помоги I'm мне. Я в ловушке, ебать. На ее лицо, ебать. Дурочка. It's going to be okay. It's just dust. Она... Все будет в порядке, она просто застряла. It's probably swollen from the humidity. Она, наверное, разбухла от влажности. Так быстро. Как, какая влажность? Я видел, что она... Там такой вот зазор между дверью и... Между дверью и второй дверью. Так. Конечно. О чем я мог еще быть мог подумать? Я найду способ, чтобы ее открыть. Не беспокойся. А, не, я найду способ, чтобы ее открыть. Не беспокойся. Ну, let's find Doc Strawberry. He always knows what to do. Давай найдем доктора Клубничку. Он всегда знает, что нужно делать в данных ситуациях. Есть доктор Клубничка, чтобы ты обратился к нему, если у тебя жопа какая ситуация. У меня нет. Главный герой, походу, есть. Так. Теперь можно здесь открывать? Да, можно. Теперь оно, наверное, нужно. Какой-то drain cleaner, opener. Чулька, это еще одна химия. С перцем на лого. Drain cleaner. Это вроде drain или что-то, дренаж какой-то или что. Короче, очиститель дренажей. А это не... сейчас посмотрим. Что-то danger. Или это ключ разводной, либо это перец. Так, сделаю что-то звук погромче, а то очень тихо. Ну, я у себя сделаю, у тебя будет одинаково. Так. Здесь мы уже здесь были, ничего не нужно нажимать. Давайте возьмем его. Давайте его возьмем. Если это очиститель дренажей, дренаж это, наверное, вот эта вот херня. Можно ее чистить? Нет, нельзя. В туалете можно ее чистить? Вот здесь. Тоже, наверное, есть смыв. Можно ее чистить? Нет, нельзя.
Логично, там вода же смывалась, значит, не нужно было. Закрываем. Можно закрыть ее? Давай, закрываем. Чтобы не споткнуться. Или чтобы можно было открыть дверь. Потому что дверь сразу упрется вот сюда. Так, давайте сейчас попробуем дверь. Она, короче, застряла, ебать. Я закрыт внутри. Значит, наверное, можно уже открыть... Темно. Че, я ничего не вижу. Давай здесь включим свет. Ебать, подосрал. Ой. Че это за дерьмо? Че за говно? Кто это стоит, ебать? Не подходи, сука. Зажги. Ты видишь, вот смотри, силуэт какой-то. Ебать. Давай включим свет. Не подходи, сука. Это туалет или кто там стоит? Ебать, я не буду подходить. Это чё? Не пизди. Так, это, я так понял, что это переключатель. Оп. Все, смотри, пропал. Ты видел? Теперь его нет. Смотри. А нет, его он уже пропал. Он не появляется. Ебать, я подосрал. Давайте здесь рассмотрим что-то. Закроем дверь, чтобы нам не так было страшно. Это у нас... Это просто старое ведро. А чё его так распиздавало? Чё он такой страшный? Чё это? Это ведро? Это не ведро. Какая-то поливалка, что ли? Так, это у нас переключатель, я так понимаю, да? Который мы тоже теребили. Это у нас... Вау! А чё, можно и включить? Нет, она, короче, выбивает нам пробки. Нельзя на нее нажимать, она нам делает вещи разные. Это у нас стиральная машинка. Дверь стиральной машинки. Там нихера нет. Вот. А вот еще сушилка. Двери сушилки. Тоже вроде ничего нет. Можно поджечь? У тебя спички есть, подожги. Посмотри, что там внутри. Не хочет. А здесь можешь посмотреть? Зажигай. Я, короче, все тыкаю подряд, чтобы он реагировал. Я заметил, здесь вот эта вот коробка. Инструменты, да? Давай. Че это? Так. Оно... Old lock on it. Замок заржавел. There's got to be a way to get it off. По-любому есть какой-то выход, чтобы снять это дерьмо. Наверное. Подожги ее, блядь. А он, короче, говорит то же самое. Хорошо. У нас же какое-то дерьмо есть. Туалет клинер, да? Возьмем. Потыкаем. Так, ну туалетный клинер, походу, должен разъедать ржавчину. Но что-то он не хочет реагировать на него. Давайте поменяем тогда вот эту. Нажимай. Опять он что-то говорит. То же самое. То, что она заржавела, и с ней нельзя интерактировать. Так. Давай тогда открываем, посмотрим, что там. Давай выключим свет здесь. Не, давайте включим, что не видно ни хера. Оп. Где ты, сука, тварь? Йо, давайте здесь включим. Оп. Блять. Эй. Ты там еще есть? Спасибо. Вот, ты там стоишь? Это ты? Кто там стоит? Она, наверное, стоит, и мы здесь нихера не можем сделать. Я уже ничего, где? Оп, хорошо. Не пугай меня. Кто там стоял? Иди нахер отсюда. Так, включаем еще раз пробки и включаем свет здесь. Оп. Все четко. Значит, выключаем здесь свет. Если у нас. Значит, у нас можно включать только один источник света. Включаем здесь. Так, здесь больше ничего нет, да? Здесь еще шухляда вот есть. Она должна открываться, но она не открывается. Наверное, открывается то, что на чем есть ручки. Ручек на нем нету. Мыло оно не берет. Вот это вот таблетки. Прими таблетки, слышь, дурак. Мне нужны таблетки. Он говорит, что ему таблетки нужны тогда, когда ему плохо. Туалетка. Так, туалет опять. Можно смыть? Смывается. Уй! Не понял.
О, смотри, он на ведро только что залез. А можно на ведро залезть? Залезь, залезь еще раз. Оп. Ты залез. На туалет залазь. Оп. А можно закрыть? Ай, блядь. И чё там? И чё? Смыть еще? Смывай. Смывай. Дурак. Я же нажимаю, чё ты? Оп, смыл. Вроде ничего нету. Вода очень быстро набирается, очень качественный туалет. Я думал, вода смоется, и мы внизу что-то там увидим, но ничего нету. Так, чтобы чтобы открыть нам вентиляцию для почему-то, наверное, мы в вентиляцию залезем и как-то перелезем в нашу комнату. Но там нужна отвертка. Отвертка вангую точно в этом вот ящике, но она не открывается. Коробка, нужно как-то ее открыть. У нас вроде все есть, мы здесь же все взяли. Только я не пойму, вот зачем она, вот эта вот крышка. Ой, а что ты опять ее надел? Туалет лит. То нахера ты ее снимаешь и одеваешь обратно, если там чего нет. Дурак, одень ее обратно. Так, здесь ничего не берется, здесь ничего не нажимается. Может, здесь вот что-то лежит. Нихера не вижу. Что там вдруг, по-любому что-то спрятано, так что и не найдешь больше. Здесь вроде ничего нету. Мусорки. Ничего нету. Весы не работают. Туалетка не работает. Мыло не берется. Что-то, короче, у нас здесь еще ведро есть. О! Добавил, короче, вот эту вот херню в ведро. И что, бери ведро теперь. Это старое ведро. Так, блядь. Давай выключим здесь свет, а здесь включим. Блин, так свет выключает очень громко, меня аж подергивает немножко. Ну, бери этот ящик и выкидывай туда нахер, чтобы он, ну, замочить его, правильно? И тогда вот эта ржавчина рассосется. У нас еще какое-то дерьмо есть, да? Да, вот, может поджечь вот дерьмо? Подожди. Это старое ведро, не хочет поджигать. Подожди ящик с инструментами. Не хочет. Опять говорит, что вот нельзя реплики пропускать. Он пока не допечатает реплику, не отменишь нихера. Так, ну давайте возьмем вот это вот и может его добавить еще в ведро вместе. О, смотри, добавилось. Добавил очиститель в ведро. Вау. Так, это какая-то охеренная мудня. Она, короче, разъест все что угодно. А ведро-то не разжигает, пиздит. Так. И что мне теперь делать с этим? Выкинь его нахер оттуда. Бери. Опять он говорит, что оно заржавело. Не меняется. Ведро. О, теперь можно взять. Взять охеренную кислоту. Бери. Так, теперь, наверное, мы сейчас выльем это все на ящик с инструментами, и оно нахер нам все разжует. Давай. Нажимай. А, мы не выбрали ведро, да? Да, я понял, мы поняли. Выбирай ведро. Все, выбрали. Он у нас в руках. Все. Нажимай. Так. Он приготовил целое ведро яда, а налил в замок капельку. Непонятно, ладно. А ключа-то у нас не было. У нас должен был ключ, чтобы открыть замок. Он просто же ржавчину-то, оно разъело, а чтобы открыть замок сам, нужно было ключ. Ключа у нас не было, но главный герой лучше знает. Вот наша отвертка, и мы знаем, где ее уже применить. Включаем здесь свет. Дури, ты где? Так, все. Я думал, сейчас будет какой-то скримак. Так, залезли, все, можно открывать. Открываем... Мне нужна отвертка. Блин, я забываю, что нужно ее вот выбрать, да? Оп. Че, это камера или что? Смотри, натуре, блин. Здорово, Ивай. Это что, это как, знаешь, в отелях, в нычку. Монтируют камеру и смотрят на тебя, что там. Голый ходишь по комнате и бесишься. Записка. Not to self. Типа, записка самому себе. И если ты забыл, ответ в твоем отражении, Ронни. Да я знаю, что я в отражении, этот главный герой похож на придурка, ебать. Я уже знаю ответ. Сейф. О. Чё, какой может быть пароль?
Сколько там цифр было? 4. 4 комбинации. Какой пароль? Давай 4 единицы. Не работает. Понятно почему, потому что это 3 единицы. Раз, два, три. Нет, не открывается. Сдаться, я сдаюсь, ебать. Что там в записке было? В случае, если ты забыл ответ в твоем отражении. Ну, давай пойдем к зеркалу, что ли. Посмотрим. Оп, наш главный герой. Чё там в твоем отражении? Ну, я смотрю на себя. Кроме Дауна с руками от краба, я больше ничего не вижу. И у нас на футболке, может быть, что-то на футболке там было нарисовано такое, но я что-то не могу понять. Я не вижу. Ты видишь, что там? Я не вижу ни хера. Это какая-то бабёнка и какой-то черт. На футболке, в принципе, больше он не на цифру, ничего. Там же цифры нужно вводить. Смотри на лицо, испуганный. У него на футболке... Не смотри на меня так. Чего он на меня так смотрит? На футболке вроде ничего на цифру не может быть похоже. Похоже на что-то... На 8. На 8. Давай 8 попробуем. Мне не кажется, что... давай на 8. Открываем сейф 8. Оп. Ничего не хочет. Так. Ответ в твоем отражении. Еще может какой-то угол стать в такой правильный, чтобы оно как-то подсказало нам. Хотя у нас отражение не двигается, видишь? Нету перспективы у него, оно статичное. Да, оно как будто нарисованное, и оно не меняется. Уже, наверное, легче будет определить, что у нас не так. Давайте черные по плиткам, может. Черные плитки я заметил 3. Раз. Давайте на них походим. Раз, два, три. Ничего не происходит. 3 плитки черных и 4... белых, если считать половинку вот эту, вот половинку вот эту, вот еще 2, 3. Нет, 3. 3, 3 на 3. 3 на 3 будет 9. Давай попробуем 9. А что? 9. Не хочет. Не работает. Не хочет, не работает. Что ты не хочешь, Ронни? А, Ронни! А, Ронни, этот. Это же наш главный герой. Я думал, это девку зовут Ронни, я уже запутался. Нашего главного героя зовут Ронни, и он сам себе записку написал, что ответ в его отражении. То есть он забыл. Чтобы не забыть пароль, он сам себе напомнил, как напомнить самому себе. Какой пароль от сейфа? Очень логично. Так, а что ты от меня хочешь в отражении-то ведь? Таблетки. Прими таблетки и вспомни все. Это таблетки, мне они нужны, когда мне плохо. Да тебе уже плохо, ты видишь, посмотри на себя. Тебе просто пиздец, как ужасно. На его взгляд, посмотри, это просто жопа. Так, ты что ты от меня хочешь? 2? Давай 2. 2 щетки, я просто 2. Ну, увидел 2 щетки, вдруг 2 проканает. Не хочет. Не работает. Короче, я включил горячую воду, и появились цифры, которые, скорее всего, 4 цифры, это ответ от нашего сейфа. Я просто клацал горячую, холодную, и у меня, получается, вот цифры появились. 0, 2, 13. Выключай воду, холодную тоже включай. Как она громко звучит, я просто не могу. Подсяду немножко удобнее. Что-то уже слез немножко со стула. Так, 0213. 0213. 0213. Дедушка? Чё? А чё у тебя... Чё у него голова деда делает в сейфе? На него можно нажать? Нет, это чё у нас? Свечка. Что? Что здесь делает свечка?
А что у тебя голова дедушки делает? Интересует его, что свечка у него в сейфе находится, а голова ему как-то похуй. Ну ладно. Я вангую, что спички для свечки. Зажигаем свечу. Свеча зажглась. И чё? А можно нажать? Да, нажимаю. Ой, дедушка пойдет внутрь и посрет, ты маленький ублюдок. Смотри на этого деда, ебать. You stay put right here. Understand? Оставайся здесь, понял? Понял? Да, все, заебись, дед, иди, сри. Чё с тобой, смотри на него. Ебать. Дед, чё с тобой, ебать? Такой-то travel center, это у нас какая-то дорожная станция, и у нас шарик с знаком фан. Дед! Дед! Там какая-то херня с тобой бегит! А, чё там? Давай, беги, спасаем деда, чё он? Оп! Ах ты ж, сука, чё сделал? Чё у тебя вместо руки? Чё это у тебя? Нож какой-то, ебать? Hey, kid, why don't you... Have a seat. Эй, что-то, эй, ребенок, почему ты не посидишь? Да я тебе сейчас пизды дам за деда. Ты что еще пиздишь ребенка? Он что, детей бьет? Ты, тварь. Давай, может, у деда какой-то нож? Возьмем где-то нож и зарежем его. Дед, у тебя есть нож? Что это, кепка, нож? Че он как быстро бегает? Ты, блядь, тварь, а! Больно! Он какой-то вот розовый придурок. Можно машину? Садись в машину, поехали отсюда нахер. Не нажимается. Где ты? А, вот он идет. Блин, как он быстро передвигается. Он вроде так медленный, а ходит быстро. Смотри как. Так, давай. Эй, пацан, в розовом костюме, дай ему пизды. Чей такой? Спаси меня! Заебись. Доктор Клубничка. А, это тот доктор Клубничка, про которого говорил главный герой в самом начале. Вот это вот флешбэк. Нихера себе. Записка. Ну, нам уже не нужно. Камера, чё не нажимаешься? Выключись нахер. Так. Время принять твои таблетки. О, доктор, ты как всегда прав. Наконец-то, можно таблетки принять. Я так понял, что у него какие-то глюны были, да? Он, наверное, психбольной, сайко. И у него какие-то глюны. В самом начале, наверное, в оригинале там просто медведь был. Но главному герою почудилось, что там была голова дедушки. Каким-то хуй. Открывай, принимай таблетки. Что это такое? Оп. Оп. Оп, оп, таблетки, так мне хорошо, ебать. Че, ебать! Таблетки не помогут тебе, ковнакуску маленького давай. Нет, ты мертв, они убили тебя. Умирание было шагом один, а ты номер два. Ронни? Ронни? Did you say something? Это что сказал? Да бля, меня это убивает, спасай, дура. What's going on in there? Что про... такой звук. Что там происходит? Блин, я подумал, что у меня кто-то стучится в дверь, это такой охеренный 3D-шный звук в игре. This is getting scary. Это что-то очень странно, страшно, ебать. Так спасай меня, дура. Что, ты меня за бабенку уже играем, что ли? Или это наш главный герой, или с туалета, или галюны какие-то опять, непонятно. Чё? Я вроде никого не вижу. Так, если мы играем за главную героиню, давайте поклацаемся подряд теперь. Зонтик. Взять зонтик. Теперь можно взять. Сейчас не время смотреть кассеты. Действительно. Телек, включай телек. Давай посмотрим этого смешного дядьку. Еще раз. Так, это не время. Ой! Ты что, охерел? Одырел, что ли, дурак? Бля, я что, подосрал немного. Ты, сука, не пугай меня так.
Так, что-то... Это кружка. Кружка Ронни. Любимая кружка Ронни. Это да, точно, мы за ребенку играем, потому что он говорит, она говорит про Ронни, что это кружка Ронни, любимая. Хлеб. Это хлеб. Логично. Топор. О, можно взять топор. Нихера себе, нажимай. Давай в руки сразу возьмем, чтобы дать, чтобы развалить еблет этому усатому пидору. Это просто хлеб. Оп, оп, хера себе. Дверь в спальню застряла. Дверь в спальню тоже застряла, что ли? Что здесь происходит? Я тоже не ебу. Так проломи ее нахер. Ладно, он не пропускает реплику. Похер, давайте посмотрим. Я думаю, Ронни подождет, не обидится. Мы пока здесь побегаем и поклацаем. Так, взять аптечку. Конечно. Вино. Я бы... Откуда use this drink, but I need to think about Ronny. Я бы выпила, но мне нужно думать о Ронни. Логично. Ронни ненавидит Хэллоуин. Прискорбно. 31 октября это что, Хэллоуин? Я не знаю. Ты знаешь дату Хэллоуин? У нас же нету такого. Так, больше ничего не нажимает, не ломает, правильно? Здесь открывает? Нет. Вот это над... О, смотри, я здесь... Тут же ручки есть, открывай. Присядь. О, а главная героиня у нас не садится, ты понял? Не умеет она сидеть на картах. Но тут вот умывальник, раковина можно открыть, не открывается. Холодильник не открывается. Плитка не работает. Выход. Вали отсюда, дура. Я бы с радостью отсюда вышла, но я не могу сделать этого без Ронни. Натуре, нам нужно паренька нашего спасать. Диван не клацается, лампа не включается. Не дури. Не появляйся больше у меня на экране. Так, ну, наверное, нужно открыть дверь. Но нахуй ты что, тварь? Что? Где Ронни? Натуре, где Ронни, ебать? Блять! Чё за дерьмо? Чё за говно? Сбой это дерьмо, ебаное. О, Ронни! Stay out of the bathroom! He can't get you if you're not in the bathroom! Stay out of the bedroom, he can't get you if you're not in the... А, типа, стой за пределами туалета, он тебя не сможет достать, если ты... Если ты вне туалета. Короче, у него... Он только в туалете нажмает этот пиздец. Не подходи! Блин, вот эта вот херня меня подосрала немного. Так, и чё, иди сюда, сука, у меня топор теперь есть, тварь ебаная. Закрой. Так, ну чё, его нету в туалете. Так, в туалете его нету. Вода нажимается. Пароль появляется. Блин, чё так все громко, ужас какой. Вода смывается и набирается кровью. Почему? Ой, ё-мо. Ой, блядь. Чё за говно? Сука, иди сюда. Так, он сказал нам держаться от туалета подальше, но мне так просто интересно посмотреть, что тут, находится. Ну, вот здесь можно вот это дерьмо открывать. Включай. Не включается. Так, мне кажется, если мы зайдем сюда и нажмем вот этот брейкер-бокс, включим опять, он на нас нападет. Так, будем рисковать или нет? Открывай. Открывай. Включай. Не подходи, сука. Беги, выбегай нахер! Оп, оп, оп. Все четко. Так, он не появляется больше. Давайте тогда поклацаем. Не клацается. Не клацается, ничего не клацается. Что здесь находится? Что это? Какая-то надпись? Нет, вроде нет. Заходить в туалет. Я думаю, короче, смысла больше заходить сюда нет. Давайте закроем дверь. А, мы поломали ее. Я забыл. Давайте заходим. Че за дерьмо, блядь? Человек повесился на стульчике. Ой, ё-моё.
Чё, у тебя трубка в жопе, тебе неудобно? Давайте закроем дверь. Закрывай, не закрывается. Блин, так все громко. Давайте. Господи, какие звуки ужасные. Ауч. Ау! Это выглядит... Сделаю потише, ужас какой-то. Это выглядит как кровь, но течет она как... как кислота. Мне нужно смыть его как-то. Так, наверное, в туалет нужно бежать и смывать его в туалете. Вот это она дура, вот это кричит. Чё с тобой? Давай включай воду. Смывайся, это дерьмо. А, так уже лучше. Да. Все, смыли. Четко. Ладно. Смыли. Теперь, я так понял, нужно добраться вот в ту дверь. И как пробраться в это дерьмо? Как пройти, если оно... Слышь, может я спустить? Так, я, наверное, упаду. Не хочу я рисковать. Спускайся, дурак. Нельзя с ним и... Нельзя с ними интерактировать, рука с туалета торчит, как в главном меню. И как пробраться на это дерьмо? Оно сейчас опять нас за это... забрызгает. Я в прошлый раз пробегал, и все равно на нас попадает брызги. А, вот. Вот, смотри, у нас жизни еще нет. Убралось немножко статус. Но аптечку, я думаю, не будем сейчас принимать. Очень... у нас еще много КП. О, зонтик. Открытый. Значит, можно вот, наверное, так пробраться, да? Оп. Вот, четко. Все, да, можно прибираться. Не закосывай. Тогда убирай его. Будет топор. Оп. Реструм. Это у нас туалет. Страшный туалет, ебать. Так, какой-то дрищ на туалете. Походу, какая-то балерина с такими ногами. И с отвертками вместо рук. И какие-то цифры. 5-3-0-4. Какие-то фигуры. А что у нас? Flash handle. Смыватель. Детские звуки какие-то страшные. Well, why I must to stand in all of these corners? Почему мне нужно стоять в каждом из этих углов? Натуривать. Короче, ребенок, походу, обижается, что его ставят в угол, и он должен стоять в каждом углу. А здесь углов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, наверное. 9 углов у нас. Так, ну и что дальше? Это у нас мозг, наверное, подсказка... что это головоломка, и нужно подумать, как отсюда выбраться. Так, ну я вижу цифры. 5-3-0-4. Это, наверное, от сейфа. Хотя сейф мы уже открыли, и нас уже отсюда не выпускает. Нужно как-то подумать. Но я вижу вот эти вот фигуры. По-любому с ними нужно интерактировать, потому что вот у нас флаш-хэнд. Ну, давайте поклацаем, что ли, подряд. Это. Оп. Чё ржёшь, блядь? Так, что-то неправильно. 5-5-3-0-4. Может, какую-то дёрнуть 5 раз, вторую 3. О, 3. 3, это у нас... Наверное, это загадка. Насмекались здесь по поводу углов, да? 3. 4 угла. Квадрат, ромб. 0. Хотя я бы сказал, что у него много углов. Это не круг, ни хера. И звезда. У него, конечно, 1, 2, 3, 4, 5. 5 углов. 5, 3, 0, 4. Значит, дергаем за 5. Дергаем за 3. Дергаем за 0. У нас же у круга нет граней и углов. И 4, да? Оп. Че? Вообще какая-то легкая загадка. Че это такое? Че это такое? Закроется она, нет? Не закрывается. Сделаю звук погромче уже можно. Музончик послушаем.
Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Че это такое? Ты меня хочешь полизать, что ли? О, блин! И приятно, наверное. Че, хп сняло? Вот, блин, зараза. Не, это должно прибавлять хп и удовольствие девушкам. Ну, давай отпиздим, что ли? Не пиздится. Ладно, значит, не будем к ним подходить. Музон, отмечу, очень... Здесь уже мне не нравится, какой-то не скажу. Ииу. Беги отсюда, ёбаный. Беги, выходим отсюда. Вроде ничего нету. Дверь там открыта. Опа. Какие-то три штриха попивают пивос. Оп. О, пропало, смотри. Какие-то жесткие галюны. Сюда можно пройти? Нет, нельзя. Значит, нужно вот к этим кентам, да? Они меня сейчас будут бить. Иди сюда, все, я вас порешаю. It's about time you showed up. Let's do this thing. Ты вовремя появился, давай сделаем это. Давай, что там? Че это такое? Че у него с ногами, блин? Он как будто на кобыле все детство катался. Вот такие вот. Давай быстрее. А можно нажимать shift, и они быстрее будут идти. Давай, идем. Бежали, блядь. Побежали. Ох, ебать. Что такое страхи? Ой, дерьмо, пацаны, прячемся, ебать. Оп-оп, факов. Пиздуйте отсюда. Сори, спрятались, вас сели. Так, он пошел посрать. We're gonna make this sicko think twice about defiling the health and safety of our community. Мы заставим этого ублюдка подумать дважды о том, что он теребит наше здоровье и безопасность нашего сообщества. Что у него в руках? Бум, петарда, наверное, какая-то, что? И я так думаю, что это спички. What's the plan, Ray? Что за план, Рой? Рэй. Fireworks, the good stuff. We're gonna scare the hell out of him. Петарды, охуенная штука. Мы сейчас его, блядь, пиздец ему. Don't you think we should wait until he finishes in the toilet? It's the right thing to do. Ты не думаешь, что нужно подождать, пока он выйдет с туалета, и тогда мы сделаем то, что мы должны сделать? И ты не думаешь, что это хорошая мысль? Fuck that. It's go time. В жопу это время. Время делает наши пакости. Мне прикалывает, факов. Оп, смотри, ой, как он ходит, как Майкл Джексон. Все, кидает он гранат. Все, жопа ему. Газ. О, все, жопа ему. Все, жопа ему. Иди нахер отсюда, блядь. Нихера, а чё она на нас накинулся, ебать? Я-то просто стоял для прикола. Оп. Так, какой-то туалет уборочный, да? Это мы, походу. Тёлочка, да? С топором. Двери, можно их поломать нахер, нет, нельзя. Блин, чё это так громко? Здорово. Не бойся меня. This is room of... Truly is a room of rest. Это комната отдыха. Чё у мужика женский голос, потому что, походу, мужик. Сусак. Your destination is Testalon-T-N. Have a man. Rest up here. Его, походу, Google переводчик озвучил. Это твоя путь... Это путь назначения твой. Возьми мяту. Отдохни, блядь. Ну, давай, чё это? Чё ты не предлагаешь? Тарелка мятных конфет? Скушать мяту? Давай. Охуенно. Все. Ничего можно еще взять? Давай еще возьмем. Как заебись. Четко. Ну и все, и что дальше? Тебя можно прорубить, тебе голову? Нельзя. Так, а куда дальше? О! Нихера себе. Портал какой-то, отсылка к порталу или что? Так, здесь вроде ничего нажимать нельзя, да?
Да, не работает. Здесь можно? Там же ж у нас можно было вентили открутить? Здесь... Здесь почему-то нельзя. Здесь открыть можно вот это? Вот я думаю, что если мы попадем... Что ж так орёт? Я думаю, если мы попадем в портал, нас перенесет куда-то. Поэтому давайте попробуем. Может, здесь можно что-то открыть, подобрать. Полотенце у него отобрать, у нее. Это, походу, он. Но голос у нее, конечно, не соответствует полу. Давай еще одну конфету сожрем, что ли? Класс. Ничего нам... Сожрем и жопа слипнется, лучше их не хавать больше. Ладно, давайте заходим, что ли? Все. Зашли. Лоу 1. Загрузка. Опа. А что это? Можно вы обратно? Нельзя. О, Рони. Смотри, в натуре. Походу, Рони висит. Я отсюда плохо вижу, но... Походу, это он. Глаз. Какая-то камера пыток. Что он там висит, непонятно. Это... Что за дерьмо? Where have I ended up now? Где я оказалась сейчас? Рони! Рони! Help! He's gonna flush me! Помоги, он меня сейчас смоет к ебеням. В натуре, ебать, что он там делает? Who invited you, asshole? Кто пригласил сюда, ты дерьмо? Hey, я сама пришла. Ронни, держись, Ронни, я иду. Давай. Твой парень сейчас получит какое-то дерьмо всей жизни. Go flush yourself, weirdo. Смой себя, придурок. Я бы сказал, go fuck yourself. Иди, выеби себя. Придурок. Ну, flush yourself. Иди сюда, я тебя, блядь, сотру нах. Давай, сейчас посмотрим, кто кого. Мне нужно закрыть эту машину и спасти Ронни. Походу, с моей очень дурью. Оп! Так, это у нас индикатор Ронни опускается у нас все ниже и ниже, да? За нами ходит Кент с ножницами какими-то. Нажал. О, смотри, Ронни поднимается. Не подходи, сука. О! Говно. Ай, вот. А, он типа хочет. А, он хочет нажать этот вентиль. Татри. Получилось так, что. Получилось так, что мы Ронни очень быстро спасли, это было легко. А что сейчас делать? Бежать отсюда? Давай, бежим. Туалетки появились, зачем они мне нужны? А он застрял, смотри, не идет сюда. Только выйди, он сюда не идет, а туалетки не зачем. Я, походу, не обосрался, вроде все было так легко. Он, короче, застрял. Можно его здесь бить? Ой, его сюда не пускай. Ну, заебись. Можно его? Давай. Топор у тебя длинный, попади по нему, чё? Чё у него вместо руки? Это ножницы или... Или... А, он в руке что-то держит. Это стульчак. У него стульчак в руках. За точкой. Так, а чё с тобой делать, дурак? О, всё, понятно. У него... Давайте не будем делать всё так легко. Побегаем и поиздеваемся над ним. Так, эти язычки шаловливые всё-таки меня коцают. Так, у него 5 жизней, осталось 4, короче, туалетки, это у него туалетки вместо сердечек, как тематично. Все, больше не нажимается, да? Не нажимается. Ну, наверное, осталось его просто отпиздить, а Ронни так не спускается. Ну, тогда мы все сделаем сами. Нихера себе, ты чё? Балерун, чё он, балерун какой-то, чё ты делаешь, дурак? Давай его, бей! Блин, сейчас жизнь закончится. Подходи и бей его. А! Чё ты гавкаешь, ты, придурок? А он телепортируется еще при каждом ударе. Можно сюда? Я не буду сюда падать. Можно его скинуть? Давайте его скинем. Ауч! Ты ж ты, сука. Не лежи меня. Его скинуть, наверное, нужно. Или его просто бить? Чё ты замахиваешься на меня, ты? Женщин бить нельзя. Ауч! Да ты заебал уже. Хватит крутиться. На! Иди в жопу! На, тварь! Так, осталось 2 жизни. У нас... Давайте примем аптечку, а то чувствую, жопа будет. Убираю, быстро. Оп. А где он?
не взялась, а жизнь у нас уже восстановилась. Топор у нас есть. Топор у нас в руках, но давайте его выберем. Это что, залагает? Все нормально. Так, давайте его прикончим. Жмите в жопу, затолпа уже. Хоть крутится, дурак. На, нахер. Так, наверное, нужно, чтобы он... ну, у него жизнь одна осталась. У нас... А, он по нам попал, но нам ничего не убрало. Тогда вообще прикольно. Несложный босс. Вообще. Так, давайте подойдем, он начнет крутиться. Крутись. Крутись, сука, я тебя... Вот, он покрутился. Нападай, ебать. На, нахер, тварь. Дайте в жопу. Так и сделал, блядь. Оргазм не даешь здесь. Давай. Ауч. Блин, у меня жизни кончается. Иди в жопу, козел. Так тебе ударить, дурак. Ты задолбал уже в жопу. Все. С детства. Нахер, смывайся. Все, смыло его в жопу. Блин. Как он вообще построил такой туалет у себя? Все, это конец? Так, Ронни! Ронни! Где ты? И Ронни там релаксует, не чтобы помочь своей девочке. Я все еще здесь, я не могу найти способ спуститься. Прыгай, ебать, я стылу. Что за дерьмо? Че там? Че это, ебать? Это что, доктор Клубничка, смотри, в натуре, ебать. Ой, ебать. Оп-оп. Заебись. Прям как этих в боевиках. В последний момент появляется самый заебатый герой. Спасает всем жизнь. What now? What? Что это такое? Это что, землетрясение, ебать? Че это релаксует? Ебать, он опять вылез. Ага, это что-то. Ах ты ж, сука, тварь. Давай топор ему в межглаз заряди, ебать. Ты, сука, чё, охерел? Убил нашего доктора Клубничку, всё, жопа тебе. Док, нет! Чё у него? Он, походу, какого-то с драматического кружка. У него такие эмоции крутые, я просто не могу. Всё, нашего доктора убили, всё, мы это стиму сейчас. We have to go. Ронни, нам нужно идти! Не, мы ему сейчас пизды дадим. Смотри, он ещё руками махает. Он еще нам факи потыкал, типа. Блин, вот этого не ходят, ходьба. Такая походка охуенная. Мы сделали это, ты спасла меня. I love you, Роналдо. Я люблю тебя, Рональдо Ди Каприо. Рональдо, ебать. Ага, что такое, блядь? Ты что здесь делаешь, ты? Заебал уже. Как он нас нашел вообще? Не подходи, у него нет никаких сил в пределах туалета. Ты не можешь убежать. Я сделаю дуки с твоими костями, блядь. Давай. Оп! Ронни был прав, все жопа. И все. А что ты смеешься? Ты же мертв уже, дурак. Конец. Как в старых фильмах. Конец. Или финале. Что там, фин. Было раньше написано. Вот такой вот конец. Спасибо за игру. Эта игра была сделана за месяц для каких-то там Haunted PS1 Summer of Screams. Короче, что-то там для кого-то она сделала под заказ. Это игра в Fiction. Я не знаю, я забыл, что такое Fiction. Имена, персонажи, бизнесы, места, ивенты, локации и инциденты. Это продукт авторской фантазии. Или использованы в какой-то там манере. Any resemblance, что-то там resemble, не знаю, что такое. Наверное, ссылки к реальным персонажам, жизням или смертям. Типа настоящих ивентах. Это просто...
совпадение. И кого такая будет ситуация? Я не могу понять. Что-то он говорит, что вот эти вот ивенты с туалетным убийцей в руках с заточкой из туалетного стульчака, это может быть типа реальностью у кого-то. Это просто совпадение. Порция вот этих последующих треков инклюдит, типа, написано вот это вот в презентации. Блоби Самбо, диско Медуза и стринджд диско. Если тебе понравилась мелодия музончик, скрин сейчас и ищи, и можешь слушать у себя на телефоне или в ютубчике. Так, Кевин Маклит, incompetent.com. Наверное, я так понял, что игра была сделана одним разработчиком и зарегистрирована под каким-то там Creative Commons by Attribution, что-то там лицензия даже у этой игры есть. И Imposter Syndrome — это компания, которая, компания, наверное, из одного человека, которая создала вот эту вот игру. Оп, смотри, не вернула нас в главное меню. Запалил мой рабочий стол с одним документом, который пустой. Вот так. Вот такая вот игра сегодня понравилась. Надеюсь, она тебе понравилась, потому что мне понравилась трэш, дичь, пиксельный стиль. Что может быть еще лучше? Сюжет дурацкий, но прикольный. Такая вот игра на раз. Смешная. В принципе, мне понравилось, и недостатков я в ней не вижу. Она прикольная, угарная, много всяких, даже шутки есть, и есть загадки. Как странно это не звучало, в такой игре еще есть загадки, но они были несложные. Хотя вот это вот с зеркалом про пароль, немножко оно меня немножко оно не запутало, потому что в записке было написано, что ответ в твоем отражении. Хотя это было не в отражении, я искал все на стенах, там прополз по этим плиткам. Оказывается, это просто ответ в зеркале, а не в отражении. Когда мы нажали на горячую воду, тогда появился пароль. Вот так. Такая вот игра. Если тебе понравилось, можешь скачать. Она весит очень мало. 63 метра, я посмотрел. И можешь посоветовать друзьям и посмотреть на них, на их реакцию. Страшная. Немножко страшная, я подосрал пару раз. Хорошая игра, всем советую. Ну, на этом все. Надеюсь, тебе понравилось. Так что комментируй, ставь лайки, конечно же, подписывайся. Комментируй, я обязательно отвечу на твои комментарии. И встретимся в следующем видео, в следующих играх, потому что, надеюсь, нам предстоит с тобой еще пройти очень много игр, инди, хорроров и новинки, и все подряд. Все. Все. Всем спасибо. Всем пока.